деревне Тюменяк-Туймазинского района находится музейный комплекс, состоящий из построек в стиле 17-18 века. Экспонаты музея уникальны тем, что они привезены со всего Башкортостана. Создатель музейного комплекса, предприниматель Фанир Галимов, постарался полностью изобразить атмосферу тех веков. Некоторым экспонатам несколько сотен лет. На экскурсию в музей приезжают из других регионов. Для одних дедушкина деревня — это новые впечатления, а для других — ностальгия. В деревне глубоко чтят память ее основателя Туманак Бабай. Посетителям предложат побывать в роли жителей деревни, поухаживать за пчелами и самим изготовить кумыс. В музейном комплексе представлен дом 17 века. Плетневая изба отражает быт башкир. Дома плели из веток, вставленные друг в друга. А еще тогда это был простой и доступный способ строительства жилья. Убранство дома 17 века. В доме обязательно была печь. Настоящая русская печка отапливает дом в самые лютые морозы. В печи наши предки готовили еду, пекли пироги, блины. Человек с древнейших времен ухаживал за своей одеждой. Для этих целей был изобретен утюг. И что мы понимаем под этим словом, сегодня отличается от своего аналога прошлых лет. С тех пор, как люди стали употреблять злаковые культуры в пищу, возникла необходимость в постройке надежных хранилищ, в которых можно было держать полученный урожай. Амбары были обязательным дополнением крестьянского быта. В музейном комплексе дома 20-х веков можно увидеть на примерах домов наших бабушек. Предметы быта собирали со всей республики. Здесь можно увидеть старинные предметы. Это проигрыватель с пластинками, сепаратор для изготовления сметаны, керосиновая лампа. В старину наши бабушки ткали сами, сами придумывали рисунки, красили нитки. В усадьбе представлены телеги 17-го начала 20-х веков. С изобретением колеса жизнь человека упростилась. Были изобретены повозки. Это телега Хурман. Телега начала 19 века была сделана из деревянных веток. Сверху обшита кожей. В музейном комплексе проходит очень интересная и познавательная экскурсия, на которую приезжают не только гости с нашей республики, но и с других регионов. Сотрудники музея заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в культурной поддержке.